Буду так ходить по залу, туда-сюда. Буду так ходить, поспалить по залу. Возьмите себе, Данил, возьмите себе эти мячи, короче, поставьте себе как стульчики туда, ну, чтобы вам там это выбегать с двух сторон. Ты одну втулку одеваешь, он другую пал, да? Чтобы быстрее было. Вы одеваете для участника штанги. Закрепляйте, Данил, вот этим пластмасским таким черным, понял? Да, обязательно. Да, все. Да, да, да. Да просто где ты сидеть будешь между делом? Или вот здесь сиди, вот так сиди. У тебя вот стул есть. А, стул есть? Да, вот стул у тебя есть, да. А у меня шарик есть. Да, у тебя шарик. Суета началась. Тём, сед разминай лучше, сед. Тёма, подрывай на себя, не надо от себя ее отбивать. За уши. Старался. Город Белый. Второй подход. Тём, фиксируй. Но подрыв такой же хороший. Не от себя. Держи. Опусти. Зачет не подходит. Тём, подрыв на себя. За уши, Тём. Опусти. Город где? Второй подход. Толще двумя руками. Встал. Держи грудь, в заднюю ножку ходи. Локотки повыше, Тём. Крути локти выше. Встал? Давай, на прямые руки, вверх. Вверх. Держи. Давай. О, начал. Давай, второй подбородок. Да фу, вообще. На человека-то похож хоть немножко? Нет. Не надейся. Рыбий глаз хренов. Я тоже думал начать, чтобы потом не блевануть. Развинуть. Чё? Чтобы не блевануть. Партия за 87 рублей. Вверх работай. Не спеши в старте. Ну и все. Хоть так. Давай, Димасик, сейчас тебя вызовут. Понял? Есть установлен на помост, называется Цыганов. Второй подход весом 50 килограмм. Давай, Димас. Смотри вперед, пост колен к себе прижимай.
64-го. Ничего, фрикостаты. Ждем. Вверх работа, как в ПП. Такой же подрыв нормальный. Не карать его. Да, хоть на полуприст вырви. Разгоняюсь по мосту, уже начинаю разгонять. Понял? Побыстрее тяни. Попытка неудачная. Закон. Держи, держи, держи. На старте недалеко. Прижимай к себе на старт. Не спеши. Какой-то расслабон, блядь. А? Кисть? Паша, вверх. Чуть не стреснуло на куски. Вверх. Подрыв как полуприст, отрабатываю нормально. С ног. Держать. Хорошее движение делай. Полноценное. Раскрывайся. Не прыгай никуда. Упрись ногами. Все так же упирайся. Нормально, отрабатывай подрыв. Вложись прям. Выложись. Костя, полностью распрямляйся в подрыве. И карате не отпрыгивай от нее. Упрись, не прыгай, а именно упрись. Вверх. Держи. Давай, не отпрыгивай от нее. Как можно выше. Полностью управляйся. Терпи. Держи. Попытка неудачная. Бля, не распрямился, конечно. Ребята, посади их у тебя.
Держи! Опусти! Поддержим атлета! Если вы понимаете этот вес, он на 5 кг увеличивает свой личный рекорд. Свежий статус. Куда его? Подумаем, потом я позвоню этому. Толкай вверх, посильнее ногами. О. На грудь нормально бери. Вверх ножками помощней. Что ты раскачиваешься? Попусти. Сколько раз тебе говорил, он дурак. Стань нормально, зафиксируйся. Что, иди 85 тогда? На грудь, когда берешь таз пониже на старте. Давай. Местная защита. Дожал. Давай, заканчивай движение. Не кроти. Хорошо. Сзади ножку ровно. Опусти. Так, судьи, не забываем посматривать на понос. Давай, Кость. Локти крути. Хорошо. Ровненько. Неудачная. Еще тот же. Хорошо, подрывай. Прям со всей силы вкладывайся в подрыв.
встал. Бац! Есть два к одному не зашли. Дожал. Что, тридцатку? Лобанком въебал. А чё мы нахуй ничего не теряем? У нас тут трое, блядь, въебали, блядь. Богадельни. Где 126 килограмм. Давай до конца сработай! Встал! Терпи, давай, в заднюю ножку ушел. Давай. Два к одному вес защиты. Ответ применил. Грудь складывайся. Позлее, все. Защита. Держи. Давай.
Держи, не расслабляйся, держи.